Йоу, ребят, всем привет, с вами Дава, и сегодня мы, наверное, разберем самый часто задаваемый мне вопрос. Этот вопрос заключается в том, что Дава, почему Дав тхашит? Дава, как забить правильно микс? Дава, как забить правильно дафт? Дава. Но знаете, что меня больше всего в этом бесит? Не то, что люди не могут забить дафт. Не то, что люди, возможно, реально не получается забить дафт. Да, возможно, это не их табак, но они пытаются. Меня бесит это слово тхашит, блядь. Откуда это слово? Мы что, блядь, все здесь кучка хуесосов-вейперов, которым по горлу тхашит просто, да? Поэтому, ребятульки, мои любимые, сегодня я буду показывать, как я забиваю дафт, чтобы он не бил по горлу, и чтобы было как бы все окей, да? Большая ошибка, наверное, тех, кто выбирает неправильные чашки под табак дафт. Ребят, это не Dark Side. Здесь вообще с любым табаком шаблоны не работают. То есть, если ты забиваешь Dark Side, на любую чашку ложишь 3 угля, греешь 10-5 минут и раскуриваешь, то окей, да, это как бы твои личные проблемы. Но я вам скажу так, что каждому табаку нужен свой подход. Не нужно лениться это делать. Нужно каждому табаку подбирать разную температуру, разные варианты забивок и, то есть, соответственно, индивидуально работать с каждым табаком. Но перед тем, как я сейчас вам покажу, как все это я делаю, у меня есть на столе чашечка, у меня есть на столе дафт и у меня есть на столе вот такая баночка. Что же это такое? Короче, хотел, знаете, такую задержать такую паузу, типа дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын, но не получилось. Это вот такой вот презентик для этого обзора от компании CVP Design. Вот так, да? От компании CVP Design. И они, собственно, попросили меня, да, вот давай мы разыграем мундштук, как у тебя. То есть все помнят, да, мой тот желтенький серебряный мундштук с серебряным дракончиком. К сожалению, он был утерян в городе Томск. И поэтому ребята мне подарили новый, но уже золотой. Но мы можем разыграть другой. Он полностью в комплекте с кожаным ремешком. Сейчас я вам все покажу, ребят, чтобы вы были рады. Вот такой вот кожаной ниточки, все как положено. И вот такой вот, собственно, дракончик. Выиграет победитель. Условия все очень простые. Вам нужно сейчас что сделать? Вам нужно досмотреть видос до конца. Там будет интересная информация. И, конечно же, после этого зайти ко мне в Инстаграм. И там вы найдете нужный вам пост. В этом посту будут все условия в Инстаграме. Их нужно будет выполнить. И что сделать? Правильно. И дождаться результата. И, возможно, вы выиграете вот такой вот мундштук от CVP Design, который мы отправим абсолютно в любую точку. Но если это типа там Украина или что-то другое, да, там то, что такое далекое и труднодоступное, то с доставочкой придется немного потерпеть. А так участвует абсолютно весь мир. Так, теперь возвращаемся к нашему дафтику. И сейчас секундочку. А нет, не секундочку, это она лежит шила. Что нам нужно знать, самое такое важное в табаке дафт? В том, что он жаростойкий, но не любит прикипание. Да, от чего начинает тхаш? Именно от припекания. Если мы откроем любую пачку дафта из последних, грубо говоря, из последней партии, то мы найдем вот такую вот брошюрку, и на ней, собственно, есть такая инструкция, как все это забивать. В принципе, я эту инструкцию почитал, хотя я обычно такие вещи не читаю, и понял, что здесь, ну, есть маленькие ошибки, которые, скорее всего, людей и наталкивают на то, чтобы дафт у них тхашил. Какие здесь ошибки я нашел? В том, что табак дафт не должен касаться чашки вообще. Ой, коллауда, фольги. Нет, он должен, но чуть-чуть. То есть он должен находиться... Расстояние табака от коллауда должно быть ровно таким, чтобы там не было пустого пространства, но при этом это не была ебучая касатка, да? Далее, про прогрев и температуру. Здесь написано, что прогревайте на трех углях, 25-х, в течение, внимание,
5, блядь, минут. В Макдональдсе бургер делают быстрее, чем 5 минут. То есть 5 минут это реально очень долго. Поэтому мы сегодня будем делать греть на 4 в течение 2 минут. А потом, конечно же, убирать один и оставлять комфортное курение уже на 3 углях. Да? А по чашке я рекомендую использовать по 5 дыры классические чашки. Ну, в ней может быть больше дырочек, как бы, да, но... А, вот здесь даже больше дырочек. 1, 2, 3, 4, 5. Здесь 6 дырочек, но она почему-то все равно для меня 5-дырая, да? Далее. В принципе, все, да, дело здесь идет дальше уже за вашими ручками и за вашим вниманием к таким деталям, как прогрев и все остальное. Так, у нас есть даф, мы его, соответственно, в нашем контейнере перемешаем. Здесь такой прикольный миксок, черри джуйс и гуаманго. Мы берем вот так вот чашечку и сюда вот высыпаем, сколько нам нужно черри джуйса. Грубо говоря, это будет 50%, да? И берем наш следующий вкус, это гуаманго. Его, грубо говоря, мы тоже ебем сюда 50%. Вот так вот все перемешали немножечко. Самое сокровенное с дна достали. Оп, оп, оп. Накидали, накидали. Окей. Mission complete, да? Первый этап выполнен. Мы накидали в чашку табак. Что делать дальше? Объясняю все самым обычным языком, без всяких таких приблуд, интересных слов, да, там, и прочего дерьма. Мы берем дальше шило, пальчики, салфетку... зубочистку, кому что удобно, вилочку. И это все вот так вот рыхленько просто раскладываем прям под уровень бортика. Ну, максимум там так, чтобы там 0,01 микрон был, да? То есть вот, сильных заморочек не надо. Табак должен вот прям чуть-чуть касаться, вот прям вот чуть-чуть касаться пупырок на калауде, да? Я их называю обычно прыщи на калауде. Вот. Прям вот тютелька в тютельку, да, если вы посмотрите хорошо, то вот так вот. Я обычно люблю делать колодец. Вы можете, конечно же, не делать, но это связано с тем, что в рабочие моменты я работаю с абсолютно разными табаками, и особенно такие табаки более-менее влажные, желтого цвета, да, они, сука, как назло, так и закрыли дырочку. И все, и дальше приходится ковырять, поэтому я делаю колодец, чтобы с подобной хуйней больше не сталкиваться. Так, угли у меня уже почти разогрелись, call-out у меня холодный, угли у меня black coconut. Кстати, в прошлом видосе я должен был про них рассказать, но в плане того, что посмотрим, как они работают. В принципе, работают они нихуево, они красненькие, хорошие. Пойдемте-ка посмотрим лучше, да? Красный холодный, то есть красный горячий, все как положено. Вот такая вот пачечка, и я, кстати, вам их рекомендую, да? Так, сейчас мы уходим вот на такой вот кадр. Берем нашу чашечку, ставим ее и пойдем за уголечками. Так, мы поставили call-out с уголечками на наш дафтик и накрываем все это, грубо говоря, колпачком на 2 минутки. А пока у нас все это греется, чтобы просто не проебывать время, я вам примерно объясню еще маленькую такую теоретическую часть, что касается табаков, температуры и всего остального. От чего тхашит табак? От того, что идет либо перегрев, хотя это играет маленькую роль, потому что обычно табачный лист выдерживает перегрев. Тут, скорее всего, наверное, не совсем перегрев, а та часть, когда вот есть табачный лист, да, у него есть ядро, это середина табачного листа. Обычно в этом ядре табачного листа и содержится самая неприятная хуйня, допустим, тот же самый танш. То есть, пока мы его курим на более низких температурах и прокурим его в верхней части, то есть... поверхность листа, то все ок, ароматненько, круто.
Но когда мы танш немного перегреваем, либо забываем про него, и ядро листка танжа, грубо говоря, начинает выделять вот этот неприятный кофейно-шоколадный привкус. То же самое и с дафтом. Нам нужно не достичь того момента, когда лист прогреется максимально полностью, именно в плане прогрева. Тогда он тхашить не будет вообще. Поэтому мы греем его на 4 в течение 2 минут. Никаких 5 минут, ребят, не надо. Быстренько прогрели в течение 2 минут. И начинаем спокойненько, добренько его раскуривать. У нас сейчас уже, грубо говоря, будет 2 минуты. Воздух в колпаке уже горячий. Поэтому можно будет буквально через секунд 20 потихонечку его начать протягивать. То есть далее что мы делаем? Далее мы в колпаке накопили горячий воздух. Теперь его нужно очень медленно пропустить через наш табачный лист, так сказать, догреть воздухом, а не жаром от углей. Погнали! Ровно 2 минуты прошло. Вуаля! Ребят, все сделано. Теперь мы снимаем колпак и так нихуевенько хорошенечко протягиваем. Продули. И протянули. Все, дафт абсолютно вообще не бьет по горлу. Ароматика есть, но первые тяги, они немного такие себе, да? Но буквально через ровно минутку после курения все как бы нормализуется и все будет окей-окей прям. Дымненько, вкусненько, по горлу ничего не бьет. После чего мы снимаем, грубо говоря, один уголек. И уже начинаем все это прокуривать на средней комфортной температуре для табачного листа. Как Dark Side, если это все забивать, у вас нихуя не получится. Просто прям реально 100% даю. Поэтому, ребят, все максимально просто. Вот такой вот видосик получился. Не знаю, зайдет вам, не зайдет. Но вы попробуйте. Потом просто отпишите мне либо в директ в Инстаграме, либо, собственно, в комментариях. Я их всегда читаю. Теперь вернемся, как я обещал, к конкурсу. Сейчас здесь под видео уже появилась конкурсная ссылка. На нее нужно кликнуть и выполнять все условия. Они максимально простые. И у тебя будет пиздатый мундштучелло от CVP. Так что, ребят, всем пока. Это был Дава Дым. И это такое маленькое видео, как забить дафтик. Спасибо большое, что посмотрели. Обязательно поставьте лайк и покажите своим друзьям, которые тоже хотят покурить дафт, но у них бьет тхашит по горлу у этих кальянных мастеров. Чао!